В Улан-Удэ с начала года зарегистрировано почти 1500 нападений собак на людей, причем больше 60 животных были домашними. Члены молодежной палаты проводят лекции о важности стерилизации домашних питомцев. Эта лекция будет о процедуре. Она обязана повысить социальную грамотность хозяина животных. Она покажет всю пользу и некоторые минусы, которые образуются после проведения процедуры стерилизации. В прошлом году, после трагического случая нападения на девушку в микрорайоне Забайкальский, представители молодежной палаты городского совета депутатов решили принять участие в конкурсе «Добрые дела любимому городу». На проект «Байкальский хатику» выделили 150 тысяч рублей. У нас был проведен, в начале гранта был проведен опрос среди жителей города Улан-Удэ. И, как оказалось, жители города Улан-Удэ очень мало информированы о пользе именно стерилизации домашних питомцев. Также мы провели рейды во всех частных секторах. Это Левый берег, это Коминтерн. Также, где было нападение, да, вот все знают, нападение было в поселке Забайкальский. Помимо этого, уже проведены беседы в школах, а в разных частях города на билбордах транслируется ролик о пользе стерилизации собак. Андрей Слепнев, Валерия Каратуева, Максим Махалов. Новости дня.